Пока у семье годовалого Тимура Алибая срочно требуется материальная помощь. Родители малыша уверены в том, что их сына еще можно спасти от инвалидности, ведь мальчик родился абсолютно здоровым. Ничто не предвещало беды до тех пор, пока в 5 месяцев ему не сделали прививку АКДС. Менингит болғаны, суцитами головирусты менингит болады. А негізі олар басында біз прививки. Две прививки делали с предварительной подготовкой, а эту без подготовки. Мы ездили на лечение в Астану, в Китай на иглоукалывание. Сейчас вот нашли хорошего невропатолога в Грузии. После курса лечения нам скажут, сможет ли Тимур когда-нибудь самостоятельно ходить. Но для этого нужно более 400 тысяч тенге, а у нас их нет. Со дня вакцинации до того момента, как ребенок впал в кому, прошло 9 дней. Именно этот аргумент и приводят врачи в свою пользу, говоря о том, что вакцина никак не сказалась на здоровье малыша. Однако у матери Тимура Алибая на этот счет иное мнение. Она говорит, что симптомы появились сразу после инъекции. Малыш стал вялым и беспокойным, ночью его рвало. В больницу поступил уже с судорогами, запрокидывал голову, терял сознание. Началась интоксикация, септическое состояние, отек и набухание головного мозга. В результате малыш впал в кому и пробыл между жизнью и смертью 10 дней. Сейчас Тимур уже не похож на того озорного мальчишку, что улыбался родным по утрам. Он перестал держать голову, так и не научился ходить и ползать. Мама ребенка нашла специалиста в Грузии. Они готовы принять его на обследование. Ирина Гончарова, Аманда Каманкулова, специально для Тумба.кз.